собственно, планируете сразу приехать в Украину? После того, как будет объявлено, что Порошенко больше не президент, я однозначно иду в Киев. Вели ли вы переговоры, собственно, со штабом Зеленского? Никаких переговоров я не веду, я думаю, что у них свои дела. Мой вопрос, ну, если касается моего статуса, это правовой, меня незаконно лишили гражданства, незаконно затягивали дело в суде, поэтому у меня есть все представы, все возможности вернуться это правовым путем, и это даже не политическое решение, это просто не мешать справедливости, правосудию, поэтому я так буду действовать. А видите ли вы себя в правительстве уже, собственно, президента? Я думаю, что это вопрос совершенно открытый. Сейчас у Зеленского нет сейчас парламента, не может быть пока на этом этапе полноценного правительства, поэтому сейчас из стольких неизвестных состоит этот вопрос, что об этом даже не приходится говорить. Но я готов всячески своими советами, опытом, положительным и негативным делиться с ними. Естественно, их успех – это сейчас цель каждого из нас. Не можем мы быть заинтересованы в том, что у них не получилось. И последний, собственно, вопрос. В начале избирательной кампании в Украине вы, собственно, выступили с обращением с поддержкой Юлии Тимошенко. Нет, я просто высказал свою симпатию к Юлии Владимировне, я могу ее вот сейчас повторить. У меня, она мне очень встала рядом со мной, когда меня лишили гражданства, очень защищала меня в судах, ехала со мной вместе в Украину, и я за это ей бесконечно благодарен, и на ее съезде об этом рассказал. И если завтра и меня спрашиваете, я то же самое могу повторить, и завтра то же самое повторю. Но я никогда не призывал никого за кого-то голосовать. До второго тура я не призывал голосовать за ни одного кандидата, призывал голосовать против Порошенко. Во втором туре, когда уже выборы между двумя, то очевидны выборы, и вот сейчас уже призываю голосовать за Зеленского, да.